Что мы можем думать по поводу этого соглашения? Во-первых, президент Порошенко даже не захотел общаться с нашими представителями, с представителями ДНР и ЛНР. То, что там собрались Ангела Меркель, Франсуа Олланд, Порошенко, Путин, да, вопросов нет, это президенты там. Путина я уважаю как президента России, но наше мнение никто не спрашивал. Они поехали заключать соглашение, не согласовав с нами. Поэтому, ну, какое мнение может быть по поводу этого соглашения, если ни одно Минское соглашение с украинской стороной не выполнялось? Мнение ополченцев Порошенко, ну, совершенно неинтересно. Сейчас вот на данный момент мы с вами сидим, разговариваем, а в районе Ясиноватой украинская армия штурмует нашу оборонительную систему, наши позиции. О каких перемириях можно говорить, о каких соглашениях можно говорить, если ни одно соглашение не выполнялось, как бомбят город, так и продолжают бомбить. И к чему оно приведет, ну, посмотрим, заключили соглашение, ну, заключили. Посмотрим, как это соглашение будет выполняться и в какой степени оно будет выполняться. Мы не согласны с политикой Киева, не собираемся сдавать наши позиции. И мы против того, что сейчас происходит без нашего ведома, без нашего согласия. Мы не отойдем от позиций и будем защищать нашу Родину.